przybrana jest ona. Zdrasujcie. Wszelko wolności, zdrasujcie, ja was przyjaciół, zdrasza w ogóle, jak się jaka słowa, na mianowicie, jak ona działa, jak była potrzebna, moja słowa. Wszelko wolności, zdrasujcie, ja jej wyszła. Rado vas prijetno je svijet svojnje na tom projektu koja su i gledeći u svijetu nešto u ovaj gledu u silicu pa učenca počujemo je podijeliti svoje emocijami, energiji i tijem svijetu što vas je. Ja vas igrao hrvošu muziku na sljedećnici DJ, naš gost DJ Mesto, druzija koja sam cijel burka, da će poigrajeti na tom svijetu i silicu, ali budi razlikati pa bolje na kraju svijetu. No, ja govorim o vas od hrvošu muziku i nama se da. Silo je, emocijali je. Konečna je prva kompatica koja je kontinuitarna koja je u velike koji je zbavljena u njegovosti i sredmeni. Ovo je kako je. Sijem prošlo u vrijeme za početnje do učenja. Vasilo što uvrši je. Vam počnem za učenje.
Thank you.
спасибо тебе огромное, вот такая вот большая композиция. Валерий Цубанов к нам присоединился, классный инструмент, спасибо огромное. А также для вас сегодня играет в трубе Иван Акаров. Роман Бондаренко для вас играет на гитаре, друзья. Алексей Максимов играет для вас на бас-гитаре. Парадзе Будинов сегодня для вас играет на барабанах. Горлан Бондарен сегодня играет для вас на конкурс, друзья. Итак, еще раз всем доброй ночи. Друзья, как ваше настроение? Все ли хорошо у вас? Дорогости, дорогие, все ли у вас прекрасно? Да или нет? Да. Отлично. Двигаемся дальше. И я вам хотел пригласить на сцену нашу очередную гостью, которую зовут Арина, друзья. Сегодня она в гостях и собирается выступать на композицию, которая называется «Гост Антер». Антер – это композиция, которая замечательная группа «Старки Папи», которую я не знаю. Кто знает, как эта группа «Старки Папи» называется? Отлично, прекрасно. Дамы и господа, кто не знает и хочет победиться, то предлагаю вам сделать все, хотел вступить в нашу группу ВКонтакте, называется «Клаб-Форчев», дамы и господа. Все просто доступно, там есть вся актуальная музыка, которую мы играем, а также есть фотография нашего постоянного фотографа, вот он здесь справа от меня, зовут его Валентин Мартынов, друзья, давайте его поаплодируем. За ним нашу группу вы можете все, хотите найти фотографии себя или еще кого-нибудь, например. Вот. И у нас небольшая, значит, смена состава частично, друзья, у меня меняются, меняются вокалисты, короче, меняются, и я присоединился Павел Толстой, допустим, в городе Санкт-Петербург, сегодня здесь гостях у нас, и Евгений Руденко сегодня на клавишах у нас, тоже из города Санкт-Петербурга, я на вокале, и представил вас, молодой, молодой человек, добрый человек. Дмитрий его зовут, да, это приветствует артист, друзья, очень интересно, радостно и всегда прекрасно. Итак, дальше была секция, Илья Чумачев для вас играет свою саксофоне, его наказ, друзья, повторюсь, и у нас в гостях Арина. Скажите, дорогие, пожалуйста, вопросы, приветствую, привет, дорогие друзья. Меня зовут Арина. Ну что, у нас сегодня все готовы? Вы готовы? Все готовы? Женя, вы готовы? Отлично. Итак, композиция «Гон Андерс» для «Кипанги», поехали.
Thank you.
Thank you.
Супер, спасибо огромное. Давайте вам поздравим во имя всего интересного гостя. Спасибо. Прекрасная композиция. Здорово, чудо. Спасибо огромное. Не задача. Следующая композиция, которая сейчас прозвучит, называется она «What the fuck», друзья. Я бы хотел предложить на эту тему нашего участника сегодняшнего доброго Дарьи Сатана, друзья. Дарьи, где же вы? Вы хотите? Итак, композиция «Спасибо за занятие». Только что уволили, что вам не надо. Я говорю, что вы еще ждали, что в селе, что вы присоединяете, пожалуйста, на этот парень. Что это? Дарьи Сатана. Итак, композиция «What the fuck»? Борис Степанов, Дарья Сатаров, Роман Мандаренко, Соло Мадерин, Ветер Родригес Цицерос и, конечно же, Сергей Никакович, кто занимал на вас микрофон, и сейчас будет активно называть и делать трубу. Готовы, дамы и господа, послушайте композицию? В этой стране есть кто в живых стране? Отлично! Итак, у нас есть небольшой эксперимент, который сейчас остается для денег, чтобы сделать. Я передаю микрофон, полное внимание на сцену, поехали. Друзья, доброй ночи. Сейчас мы с вами будем делать что-то очень интересное. Будем создавать музыку в тесте, и начнете вы. Очень простая мелодия, сейчас вы можете подплатить. I'm gonna die, but never get you back.
Thank you.
Спасибо огромное, друзья. Дарья Татарова, телевизионный гостя, Валерий Тиманов, Наклавичев, Юрия Сумера, Джон Игорь, Варвана, Турман, Валерий Наконзек и Дмитрий и Бабой Наблазитай. Дамы и господа, двигаемся дальше. И я попадаю на картину отсюда на сегодняшний 19-й год Санкт-Петербурга. Собственно говоря, Евгений Рудерко, мы тоже немало. Красный Кузинов на Варвана, сейчас он присоединится. И, как раз мы увидим еще Павел Толстой сегодня у нас на базе Гарбуза. И у нас сегодня в гостях, еще раз там прекрасно идем, Джозуя Юлина Попова, друзья. Вот. Сейчас будет экспериментальный момент. А последствия вы идут, вы это все знаете. Называется она Дайна. Знаете, Риану, кто знает вообще Риану? Риану, знаете, кто знает, кто знает, видео, отлично. Давайте посмотрим. Итак, готовы, друзья? Послушайте. Все готовы? Отлично. Поехали. Thank you.
Thank you.
друзья, вам надо было через приложение на конце. Спасибо огромное. А, дамы и господа, мы идем все дальше. И я вам скажу, что на центр сегодняшней гости, чтобы это было полностью информацию, если вы узнаете, а на центр интересно. Я думаю, многие из вас знают эту группу, называется она «Аутер». Знаете, знаете такую группу? Кто знает группу «Аутер»? Вы знаете, что это называется? Смотрите, если это не знаете. В общем, композиция называется «Кимия Бурги Бенки», только она будет называться «Аутер». Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
всем огромное, дамы и господа. Борис Албанов для вас, делегация композиции, Долбин Гражник, играл на клавишном инструменте. Егор Балаев играл у нас на столе. Спасибо, Рада. Друзья, Дэнс Мирс Рубин играл для вас барабан. Дорога Пачерель, Дэнс Мирс Рубин играл на контур, друзья. Павел Толстой, Анатолий играл для вас на пасхалево. Константин Волков, Павел Собинин, Константин. Дамы и господа, хочу сказать вам спасибо огромное за внимание. Это была заключительная композиция нашего вечера. Вот, спасибо вам огромное, что вы были за вас выслушали. Давайте поблагодарим всем артистам, всем музыкантам. Спасибо вам, господа, вы были прекрасны. Давайте скажем спасибо всем работникам. Спасибо всем артистам, 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 всем